привет всем. Ice Bucket Challenge! Итак, мы в городе Рига. Это ICL Ice Bucket Challenge на Johnny TV. И сегодня мы будем прикалываться. Ребята, извините, мы вас немного потревожим. Мы задаем один вопрос. Вы знаете, что такое Ice Bucket Challenge? Да, знаем. Вам бросал кто-то уже вызов? Нет, еще. А если бы бросили, ты бы выполнил вызов или заплатил $100? Я бы выполнил вызов и заплатил $100. Это правильное решение. Прямо сейчас. Давай, пошел, Оскар. Нет! Стоп, телефон! Все, спасибо вам. Давайте, удачи. Привет. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Вы знаете, что такое Ice Bucket Challenge? Да, я знаю. Ice Bucket Challenge — это, я так понимаю, что благотворительная акция, при которой знаменитости выливают на себя воду, да? Да, но она... И если они выливают, либо $100 дают, если они не выливают. Сейчас бы ты не согласился. Есть камера, есть вы, я вам бросил бы вызов. Согласились бы или нет? Спасибо нет. Большое. Нет. Я нет, потому что я, в принципе, девочка, у меня все. Ради благотворительности нас простите, так что, Игорь, давай. Блин, тогда простите, девчонки, или сдавай. No, okay, sorry, Илис. Sorry. Ну тогда простим нас, пожалуйста, Игорь, давай. Телефон не вытащил. Вытащи телефон. А где я буду сидеть после этого? Это неожиданно. Случайно незнакомец в городе Рига. Мы находимся возле Лайновских часов. Согласился участвовать в Ice Bucket Challenge. Ты готов? Ну тогда извини. Вы готовы, дети? Вы так, готовы? Пошли. Итак, это еврейская община города Риги. Я хочу заблился. По-моему, Johnny TV жертвует $100 для ALC Ice Bucket Challenge. Все, ладно, бросим. Спасибо, Лёша. Ну, кто-нибудь решится? Кто согласен? Кто не боится воды? Конкурс мокрых маек! Типа того. Только мужских мокрых маек. Да. Ну, давайте женщину. У меня тренировка через полчаса. Ну вот, как раз поможет, что перед тренингом. Ну, кто-то согласен? Кто-то готов быть мокрым? Всегда. Согласен. Давай, иди черпай. Это Рига 2014. Поехали, Ice Bucket Challenge. Раз. Два, три. I make no sense to myself. Why should I give you the chance? I like to rock and roll and fade my life away. You wanna speak to myself and tell me what I really want. Я хочу бросить вызов нашему мэру Риги Нилу Ушакову, Бэтмену и Артуру Янсену с канала «Постигает Лен». Также, если тебе понравилось это видео, поставь большой палец вверх, покажи его друзьям. Если хочешь увидеть другие видео, подпишись на канал. Отдельное спасибо говорю нашему новостному порталу partylife.lv, там много интересного. А также, если тебе хочется посмотреть на смешные мультики или увидеть героев Ютуба в мультсериале, зайди на «Чисто чуваков», ссылка будет в описании.